Бурные аплодисменты и крики «Браво!» – так закончилось премьерное выступление королевского цирка Гии Радзе, которое состоялось в минувшую субботу на манеже Тверского цирка. Зрители увидели яркое шоу в исполнении более чем сотни артистов. В этом году яркого шоу в исполнении королевского цирка тверичане ждали немного дольше, чем обычно. Из-за пандемии коронавируса гастроли, которые обычно проходят на новогодних каникулах, перенесли. Премьера состоялась в минувшую субботу и прошла с большим успехом. Уже в антракте зрители, делясь с нашей съемочной группой впечатлениями, отмечали – это ярчайший спектакль. Интересные представления, очень красочные костюмы. Мне очень понравилось. Это представление было очень красочным, красивым. И там очень много разных животных. Очень классно, здорово. Мне очень все понравилось. Артисты великолепно выступали. А мне вообще понравилось, где быки, вон там вот бегали. Вот, а мне понравилось было. Там с собаками вот эти вот, с пуделями. Очень понравилось, да. Замечательное представление. Королевский цирк просто шикарный. Нынешний спектакль – это уникальная музыка, профессиональный свет, эксклюзивные декорации, тщательно проработанные номера в исполнении более чем сотни артистов. Среди них – воздушные гимнасты, лучшие в мире канатоходцы, эквилибристы на перших. Каждый из артистов в течение почти трехчасового шоу меняет по несколько костюмов, которых для этой программы было сшито более 2000. Особое впечатление на зрителей произвели номера с экзотическими животными. Изюминкой шоу является поражающий своим размахом аттракцион «Дикий мир» под руководством обладательницы международного титула «Принцесса цирка» Людмилы Сурковой. Я могу сказать одну вещь, что это очень теплый зритель. Мы очень благодарны тверскому зрителю, что они сегодня в таком количестве, не только сегодня, на ближайшие спектакли, все билеты проданы на наши спектакли. Гастроли артистов Росгосцирка Королевского цирка Гии Радзе будут идти до 25 апреля, так что у тверичан и гостей Тверской области есть уникальная возможность увидеть это грандиозное шоу.